Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами уделим внимание 27 декабря. Поговорим о народных приметах на этот день, уделим внимание церковному календарю на 27 декабря. Ну и, конечно же, как всегда, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 27 декабря. Итак, друзья, 27 декабря православная церковь почитает память Фирса, Левки и Калиника. Это были христианские мученики, которые пострадали за веру во Христа во время гонений Деция. Святой Левкия разоблачил правителя области Кумврикия в жестоком отношении к христианам, за что, к сожалению, был заключен в темницу. После пыток его усекли мечом. Святого Фирса приговорили к жестоким пыткам и истязаниям, которые он стойко перенес и по Божьей воле мирно скончался. Языческий жрец Калиник, став свидетелем мужества и чудес святого Фирса, тоже уверовал во Христа и исповедовал истинную веру, за что его усекли мечом. Еще в этот день почитаются святые мученики Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих, пострадавшие за христианскую веру в Египте во время правления императора Диоклетиана. Аполлоний верил в единого Бога, но боялся мучений, которые выпадали на долю верующих. Когда заставляли приносить жертву идолам, он попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву вместо него. Но неожиданно для всех Филимон исповедал себя христианином перед язычниками. Увидев это, Аполлоний тоже исповедовался, и после истязаний мучеников казнили. Их мучителем был Ариан, язычник и гонитель христиан. Он тоже уверовал в единого Бога после того, как исцелил свой больной глаз прахом, взятым с могилы Филимона. Он крестился с родственниками и телохранителями. За веру они добровольно пошли на мученическую смерть. Старшим телохранителем Ариана был Феотих. Он почитается вместе с другими святыми. Филимон и Аполлоний умерли 16 марта 268 года, а мученики Ариан и Феотих через год после них 4 марта 287 года. И, друзья, у нас с вами продолжается рождественский пост. Верующие не употребляют мясо, молоко и яйца. Ну а в народном календаре этот день прозвали в честь святого Филимона, как Филимонов день или День Филимона. И вы знаете, в народе Филимонов день, который мы все с вами отмечаем 27 декабря, считался одним из самых опасных в году из-за злых сил, которые пытаются причинить вред людям. Ну а чтобы защититься от козней нечистой силы, необходимо чаще было сегодня умываться, мыть обязательно. Обязательно руки и следить за чистотой всего тела, особенно волос. Также в старину верили, что злым силам легче проникнуть в грязный дом, поэтому нужно было поддерживать обязательно порядок в доме. На Руси верили, что 27 декабря нечисть разгуливает на свободе. Важно как можно быстрее изгнать ее из мира людей, иначе тьма никогда не покинет землю. По поверью, нечистая сила не трогает хороших хозяев, поэтому в этот день в избах наводили порядок. Опасными считались оборотни, которые могли перевоплощаться в животных и в людей. Еще их изображали в виде туч, блуждающих огней, вурдалаков и покойников. По мению наших предков, восставшими мертвецами могли стать самоубийцы, люди, умершие не своей смертью, младенцы, люди, не вступившие в брак или недавно умершие покойники. Среди нечисти может и сам черт явиться в образе козла, баранчика, собаки, зайца или же свиньи. И чтобы отогнать нечистую силу, необходимо было чаще сегодня умываться. А как вы знаете, вода – это магическое средство, которого боится нечисть. Считалось, что вся демонщина воды боится и, соответственно, не липнет к человеку умытому.
Также сегодня нужно было наводить чистоту в доме. Причем не просто делать уборку, а убираться серьезно, генерально, вымывая обязательно все углы и щели, так как именно в них прячутся недобрые сущности. Умываются сегодня и моют руки люди сегодня в течение всего дня. Таким образом, считается, что это не даст нечисти прилипнуть к себе. Более того, люди верили, что именно сегодня, 27 декабря, можно увидеть воочию самого черта. Как и в предыдущие дни, веники и метлы убирали подальше, а у двери ставили топор острием вверх. Под запретом в этот день был алкоголь. Нельзя было много веселиться, петь и танцевать, ссориться и конфликтовать. Маленькие дети и домашние животные в этот день всегда должны были оставаться под присмотром. На улице остерегались гладить и подкармливать животных и птиц, а также забирать их домой, потому что это мог быть оборотень, и, соответственно, люди понимали и знали, что они могут принести беду в свой дом. Ну а чтобы защититься от нападения нечистой силы, в темное время суток выходящий из дома человек должен был положить в карман уголек. Считалось, что 27 декабря девушек на выданье забирает себе в жены властелин темного царства, который посылает свой слух на землю отыскать лучшую из лучших. Родители очень волновались за своих дочек, поэтому сегодня старались их из дома не выпускать без большой необходимости. Но если же все-таки девушке надо было выйти, то мать ей на шею, кроме ее личного крестика, обязательно вешала еще и свой крестик. В день Филимона было принято читать обязательно и проводить обряды на воду, родниковую, отстоянную, а также талую и святую. А мы вам, друзья, в этот день, 27 декабря, предлагаем провести сильный обряд на воду от неудач и от бед. Поэтому вам в этот день, 27 декабря, нужно взять талую водичку. Важно, чтобы она растаяла не до конца и в ней были льдинки. Далее обязательно зажигаем церковную свечу и поставить емкость с водой на огонь нужно. И начать ее помешивать обязательно серебряной ложкой. Обращаем на это ваше внимание. И далее скажите такие слова: «Водицу мороз морозил, а огонь согревал, все беды мои забирал. Больше ко мне не придут, со льдом растают. Аминь, аминь, аминь». Важно проговорить все эти слова, пока вода еще не кипит. Свеча должна обязательно догореть, а водой нужно умыться и вылить под дерево. Также наши предки особое внимание уделяли народным приметам касательно 27 декабря. Считалось, что какая погода сегодня, 27 декабря, такая будет и в феврале. Если Филимона в день морозно и ветрено, то в следующем году будет хороший урожай. Ну а если день теплый, то считается, что лето будет жарким. Если погода в течение дня 27 декабря меняется, это к оттепели. Ну а если ветер дует в одну сторону, а облака летят в другую, то скоро будет пасмурно и, скорее всего, пойдет снег. Если ночью иней, то снег, то днем будет снегопад. Ну а синие пятна над лесом — к снегу. Если вороны всей стаи каркают, а гуси лапы под себя поджимают, ждите похолодания. Люди, рожденные 27 декабря, обладают сильным характером и стойкостью. Они готовы преодолевать трудности и устойчиво двигаться к своим целям. Они обладают аналитическим умом и логическим мышлением, что помогает им рационально принимать решения, делать правильные выборы в жизни. Также 27 декабря родившиеся люди обладают способностью к самодисциплине и высокой работоспособности. Они готовы трудиться и не покладая рук, чтобы достичь своих целей. Они стремятся к достижению материальной стабильности и не боятся трудностей на этом пути.
тем, кому посчастливилось родиться на Филимона, непременно нужно иметь защиту в виде амулета-оберега из жемчуга или турмалина. Последний обладает мощным воздействием как на тело, так и на разум и на эмоциональное состояние. Что же касательно снов, то есть приснившийся сон предвещает исполнение давних надежд. Если вы во сне играли, то в ближайшем будущем у вас появится прекрасная возможность весело провести время. Ну а если сон, в котором вы нюхали цветы, то, знаете, в эту ночь это говорит о том, что вас ждет какая-то радость. Если вас от них, от цветов отходит приятный аромат, вас обрадует неожиданная прибыль. А вот если неприятный запах, вам уготованы досадные потери и разочарования. Неземное благоухание вы сумеете обрести свое истинное счастье. Что же можно было делать в этот день 27 декабря? В этот день наши предки обязательно убирались в доме. Также утверждается, что в праздник молочные продукты обладают особенными полезными свойствами, поэтому во время чествования мученика Фирса рекомендуют пить коровье молоко. Также народными приметами запрещено, чтобы Филимона в день ни в коем случае не было грязно. Поэтому 27 декабря в обязательном порядке нужно сделать уборку, ведь нечистая сила никогда не тронет хорошего хозяина. Важно не просто подмести или пропылесосить, но и помыть полы, подоконники и верх шкафов, чтобы изгнать нечисть водой, обладающей огромной очистительной и, конечно же, защитной силой. Нечисть, которая предыдущую ночь активно гуляла по улицам, сегодня пытается напасть на людей, чтобы помешать им в делах, а также подтолкнуть к ссорам и скандалам тех, кто держит обиду на кого-то. Спастись от влияния нечисти поможет обыкновенная водица, которая сможет смыть весь негатив. Поэтому так важно именно сегодня, 27 декабря, перед выходом из дома и в течение всего дня постоянно окроплять себя водой из крана или же растопленной из снега, но только не отстоявшейся. Обратите на это особое внимание. Теперь давайте, друзья, поговорим о том, чего же нельзя было делать в этот день 27 декабря. Вы знаете, практически все народные приметы, напоминающие, что нельзя делать 27 декабря, Филимона в день, так или иначе связаны с нечистой силой. По народным поверьям, нечисть, которая предыдущую ночь активно гуляла по улицам, сегодня пытается напасть на людей, чтобы помешать им в делах, а также подтолкнуть к ссорам и к скандалам тех, кто держит обиду на кого-то. Спастись от влияния нечисти поможет и обыкновенная вода, которая сможет смыть весь негатив. Поэтому так важно 27 декабря перед выходом из дома и в течение всего дня постоянно окроплять себя водой из крана или же растопленная из снега, но только не отстоявшаяся. Обратите на это внимание. Также не разрешается Филимона в день начинать новые дела. Они все будут, к сожалению, неудачны. Также не стоит принимать 27 декабря важные решения и лучше отказаться от серьезных мероприятий, особенно связанных с деньгами. Можно понести большие финансовые потери. Однако, если есть срочная необходимость сделать что-то важное, то необходимо сбрызнуть себя водой и сделать 3 глотка непочатой или святой воды, которую следует носить с собой в течение всего дня так, чтобы никто не видел. Народными приметами запрещено, что Филимона в день в доме было грязно, поэтому 27 декабря в обязательном порядке нужно сделать уборку, ведь нечистая сила никогда не тронет хорошего хозяина. И здесь важно не просто подмести или пропылесосить, но и помыть полы, подоконники и верх шкафов, чтобы изгнать нечисть водой, обладающей огромной очистительной и защитной силой. Не стоит 27 декабря вспоминать людей, которые покончили жизнь самоубийством или же погибших от несчастного случая, а также умерших младенцев и не вступивших при жизни в брак. Они сегодня могут прийти в дом в виде оборотней и напугать как детей, так и взрослых. Нельзя 27 декабря ложиться спать, не приняв душ или ванну, иначе начнут беспокоить бессонница и страшные сновидения. Очень важно, чтобы
Филимона в день была вымыта голова, так как именно в волосах обычно прячется нечистая сила, которая мешает спокойному сну. Кроме того, по поверью того человека, который не помоется Филимона в день, позже молния может убить. Вот такой, друзья, у нас с вами день 27 декабря по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.